Безусловно, решение Одесского городского совета о возвращении старых названий улиц, принятое перед 2 мая, это один из элементов плана дестабилизации. Но могу сказать следующее, что этот план по дестабилизации не удастся. Лица, которые принимали в этом участие, и мотивы, которые у них есть, будут внимательно изучены службой безопасности Украины и контрразведкой. На сегодня у нас запрещено наименование улиц в соответствии с коммунистической символикой. Нравится этот закон, кому-то не нравится, его надо выполнять. Соответственно, решение Одесского городского совета является незаконным, неконституционным. Оно будет обжаловано в суде. Когда будет решение судов, я поздравлю всех депутатов Одесского городского совета с тем, что Верховная Рада может вас распустить.